Хорошие новости. Скрипт, который я написал для того, чтобы упростить себе жизнь, потом выложил свободный доступ, теперь объединились с другим аддоном, который уже входит в поставку Blender, и теперь он доступен в Blender по умолчанию. Скрипт можно уже найти в ежедневных билдах. Достаточно ввести Simplify курс. Я скачал какой-то вектор довольно сложный, и мы сейчас импортируем его в Blender. Так, теперь нужно его отмасштабировать и применить масштаб. Как мы видим, в некоторых местах происходит такой баг с разрывом геометрии. Происходит он из-за того, что в некоторых точках находятся такие двойные вершины, и они делают вот такие артефакты. Конечно, их можно удалить вручную, да, но при этом может испортиться геометрия, поскольку рукоятка не сохраняется. Теперь воспользуемся аддоном, выделяем все точки, нажимаем V, Verify Distance, и видим, что удалено 33 точки, которые находятся рядом. И, соответственно, багов в геометрии уже нет. Также аддон можно использовать для других вещей. Например, у нас есть две кривые, и мы хотим их соединить с сохранением угла. Для начала мы выделяем две точки, нажимаем F, чтобы склеить сегменты, и затем Merge by Distance. При этом рукоятки сохраняются на исходных позициях.